Плачешь? Почему плачешь? Хороший ребенок. Мы идем в дом бабушки. Мой малыш! Мой сынок! Наставник, что происходит? Это письмо-вызов оставила тройка злодеев. Сюда приходила женщина, я тогда был снаружи. Она плакала, сказала мне, что пару дней назад в лесу мужчина отобрал у нее ребенка. Именно он оставил это письмо. А другая рассказала, что в ее дом ворвалась злобная женщина и украла у нее ребенка. Ее муж, спасая ребенка, был заколот ножом. Должно быть, это Тан Чоу. Ладно вам, хорошо. Вам надо успокоиться. Тройка злодеев точно знает, что мы, Бакуаи, что-то подобное не оставим без внимания. Раз они оставили письмо вызов, значит, они готовы ко всему. Это срочное дело. Первым делом надо подумать о безопасности детей. Хорошо. Вам надо подготовиться. Да, да. Шумно, шумно! Ваш рев убивает меня! Не плачь больше. Брат, я больше не могу ждать. Раз люди из небесного управления не пришли, я пойду и убью их. Подожди немного. Подождать? Не чего плачь ждать? Больше. Улыбнись немного. Не плачь! Если не перестанешь плакать, я заставлю тебя молчать. Почему ты продолжаешь плакать? Сиди тут. Перец такой жгучий, это меня убивает. Сестра, помоги мне закрыть рот этому ребенку. Этот шум сводит меня с ума. Не говори ерунды. Мы должны использовать этих детей. Они точно жгучие? Этот перец привезли с запада. Он острее обычного. Не веришь? Попробуй. Правда, остро. Лимо, огромное тебе спасибо. Все в порядке, я не устала. Сейчас уберу. Сюэмэй повезло, что у нее такая подруга. Сюэмэй? Разве ее имя не Эр? Почему у нее так много имен? Говоришь, это было у Эр? Да, это знак ЕР. Так что происходит? Она идет по старой тропе. Старая тропа? Раньше Сюэмэй наделала много ошибок. Она была замешана в убийствах. На этот раз, может быть, из-за моей болезни, она снова творит плохие дела. Хотите сказать, что она не Ер? Настоящее имя Сюэмэй — Тушан Сюэ. Они изгнанники клана Бессмертной Лисы. Ее мама воспитала много приемных дочерей. С самого детства она обучала боевым искусствам. И затем ее приемные дочери стали работать на плохих людей. Убивать и грабить праведных людей в обмен на сокровища и деньги. Мы встретились случайно. Сначала
Я не знал, что она участвует во всем этом. Впоследствии я узнал о том, что она вытворяет. Я помог ей, так что она смогла выйти из-под контроля матери. Затем она постепенно добрела. Но разве мать могла оставить ее в покое? Она пыталась нас убить. Тогда я был ранен. Чтобы вылечить мои раны, Сюэмэй искала лекарей и лекарства. Мы побывали во многих местах. Все наши сбережения давно потрачены. Боюсь, что ради денег она готова совершить плохие поступки. Не думал, что буду прав. Ананьер, Адивэйху? А где настоящий Ер? Где же находится Ер? Ну уж нет. Надо скорее пойти и рассказать наставнику. Господин Джунгэ! Господин Джунгэ! Ер, Лимо, ты куда ходила? Я пришла помочь господину Джунгэ. Почему ты такая нервная? Боюсь, что не успею справиться до того, как сядет солнце. Тогда я пойду с тобой. Не стоит. Сама справлюсь. Наставник! Тройка злодеев очень уверена в себе. Они проиграют из-за своей самонадеянности. Каждый из вас возглавит отряд избранных. В лесу окружите их с трех разных сторон. Запомните, они могут расставить ловушки. Все должно быть сделано, учитывая безопасность детей. Некоторых отцов этих детей убила эта тройка злодеев. Так что мы должны спасти единственных продолжателей рода. Да. Докладываю господину Джунгэ. Мы нашли точное местонахождение тройки злодеев. Они в западной части леса. Мы уже нарисовали карту местности. Парни, будьте осторожны. Да, да. Ер, не ходи за мной. У меня правда есть срочные дела. Ты что-то скрываешь от меня? Нет? Уверена? Меня не волнует, кто ты, лиса или демон. Меня не волнует, насколько хорошо ты владеешь боевыми искусствами. Хочу, чтобы ты сказала, где заперта Ер. Так ты уже знаешь. Тогда мне больше нечего скрывать. Я держу Ер под замком. Но ты не найдешь ее без меня. Я отпущу ее. Ты знаешь, что мне надо. И не мечтай! Я больше тебе не поверю! Думаешь, сможешь сбежать? Если хочешь спасти мужа, тогда зачем тебе нужно было лгать мне и ему? Если тебе нужна была кровь Лян Сюэ для лекарства, могла бы попросить господина Джунгэ или попросить Лян Сюэ, они бы не отказали тебе. Зачем тебе держать Ер в заперти? Лимо, ты слишком наивна. Для них я просто демон из клана Лис. Только увидев меня, они сразу захотят меня уничтожить. Они считают, что я не могу жить как человек. От нас, девятихвостых лис, в детстве отказались родители. Нам уже повезло, что кто-то приютил нас. Но сейчас я не призрак и не человек. Думаешь, я хотела, чтобы вот так все было? Жизнь моего мужа в опасности, потому что он пытался защитить меня. Я должна спасти его. Если кто-нибудь попытается помешать мне, я убью его. Но ты не должна убивать кого-то под предлогом, что тебе надо спасти любимого. У тебя же еще есть время. Скорее скажи, где Ер. Если ты не заполучила кровь Лян Сюэ, то я не скажу тебе, где Ер. Лимо, ты первая, с кем я подружилась. И ты последняя. Мое сердце разбито. Я хочу спасти своего мужа. Но почему все мешают мне? Ты желаешь, чтобы нас с мужем разделила смерть? Так ты и есть Дювайху.
Дювайху, отпусти ее. В столице ты убила много чиновников. Ты настоящая злодейка. Тебе не уйти. Сейчас Чулимо в моих руках. Если сделаешь шаг, она распрощается с жизнью. Что тебе надо? Мне надо немного твоей крови. Как только у меня будет твоя кровь, я освобожу Чулимо. Я должен верить тебе? Ты должен поверить мне! Или ты желаешь ей смерти? Настоящую Ера напрячет! Ты должен спасти ее! Тебя правда не волнует, умрет ли она или будет жить? Не волнуйся обо мне! Не позволяй ей больше делать плохих дел! Ладно, не собираешься ее спасать? Раз так, мне только стоит немного пошевелить рукой. Стой! Ленсия, хорошенько подумай. Что для тебя важнее? Немного твоей крови или жизнь служанки? Дювайху, я согласен на это. Но если обманешь меня, я разрублю тебя на 8 частей. Вот кровь, что ты хотела. Отпусти ее. Сперва брось мне кристальный флакон. Сначала отпусти ее. Спасибо. У меня не было выбора. Я не намеревалась убить ее. Чулимо! Мои глаза! Мои глаза! Я не могу их открыть! Я не могу открыть глаза! Жгучий перечный порошок. Задержите дыхание. Четверка избранных. Вы убили моего брата, Тувана. Мы, четверка злодеев, поклялись оставаться братьями. Мы хотим отомстить за Тувана. Сегодня настал день, когда четверка избранных умрет. С юности мы плечом к плечу дрались в Дянху, мы никогда не расставались. Но сейчас небеса разлучили нас. Эта месть зародилась в моем сердце. Сегодня мы отомстим. Хочу, чтобы четверку избранных не смогли похоронить. Джуэймин, найди детей. Хорошо. Остановите его! Тешоу. Где кровь? Это правда кровь Лян Цюэ? Смешать эту кровь с лекарством... И твой муж спасен. Ты мне не веришь? Если бы я вам не верила, то зачем мне делать для вас подобные вещи? Тебе не следует беспокоиться. Отдай ее мне. Мой муж умирает. Прошу, пойдемте со мной. Thank you.
Яньчжао. Скажи, кто стоит за всем этим? Нелепо. Брат. Тончжоу, Яньчжао уже умер. Джуймин отправился спасать детей. Твой брат Джао Хао не сможет одолеть его. Немедленно сдайся. Яньчжао. Туфа. Джао Хао. Почему вы так поступили? Разве вы не говорили, что мы будем жить и умрем вместе? Советую поберечь силы и не сопротивляться. Джуймин, я взорвусь вместе с тобой. Нет! Брат. Это я, Тончжоу. Мы, братья и сестра, наконец-то собрались все вместе. Сестра, мне жаль, очень жаль, если бы ты тогда не пошла со мной. Ты бы не оказалась на смертном пути. Брат... Даже не произноси такое. Если бы тогда ты не забрал меня, я бы прозябла в нищете. Я бы умерла на улице от голода. Я хотел совершить с вами великие дела.
Не думал, что все так закончится. Я правда недостоин называться твоим братом. Нет, брат. Брат, прошу, даже не говори так. Мы братья и сестра. Вместе через многое прошли. Дожив до сегодняшнего дня. Ты хочешь говорить о подобных вещах? Если есть загробная жизнь, то мы останемся там братьями да, и сестрой. Ты права. Мы не просили родиться в один год, месяц и день, но желали погибнуть в один год, месяц и день. Обещай мне. Если есть жизнь после смерти, ты должна изменить свой образ жизни. Брат, я обещаю тебе. Брат! В жизни есть место печали. Хотя четверка злодеев совершила бесчетное количество злодеяний, но внутри они были готовы жить нормальной жизнью. Никогда бы не подумал, что между членами четверки злодеев возможны такие глубокие отношения. Пойдем, мы должны доложить наставнику. Просто их тайный лидер до сих пор не пойман. Муж, есть лекарство от болезни. Однажды ты дала клятву, что не станешь совершать плохих поступков. Но я делала это все ради тебя. Ты принял удар учителя вместо меня, и сейчас твоя жизнь в опасности. Я никогда не смогу искупить вину. Мне все равно, если ты меня винишь. Потому как, что бы я ни делала, это все ради твоей жизни. Сюй Мэй, ты использовала кого-то, чтобы добыть лекарство. Как я могу его выпить? Я искал тебя так много лет. И, наконец, заполучил свежую кровь принца клана волков. И вскоре мир окажется в моих руках. Подождите, меня не волнует, станет ли мир принадлежать вам или нет. Я хочу лекарство, что спасет моего мужа. Дю Вэйху, говоря правду, не существует лекарства, которое способно спасти твоего мужа. Аншиген, так... Все это время вы использовали и врали мне! Вы думаете, что кровь в ваших руках настоящая? Посмела одурачить меня? Повелитель Лянь, вы умный человек. Хорошенько подумайте. Как я могла лгать вам? Почему я не смогла заполучить кровь Лин Сюэ? Это не потому, что я недостаточно старалась, не потому, что я недостаточно люблю своего мужа. Это потому, что я не смогла заполучить ее. Ты посмела мне солгать? Сюэ Мэй! Пустая трата моего времени. Муж! 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 Ты как? Thank you.
Разве не говорил тебе? Те, кто убивает других людей, недостойны любви. Дювайху, ты как? Дювайху, кто просил тебя достать мою кровь? Шагин, Линсю, я не хотела причинять тебе боль. Это был Эншиген. Он лгал мне, что спасет жизнь моему мужу. И ему необходима твоя кровь для создания лекарства. Только потом узнала, что все его слова были ложью. Он постоянно использовал меня и лгал мне. Он требовал, чтобы я убивала людей. Ты сама лгала другим. Чулимо доверяла тебе. Ты постоянно обманывала ее. Как мне доверять тебе? Верю, что на этот раз Дивайху говорит правду. Лимо, прости. Я обидела тебя. Все, что я тебе задолжала, я отплачу тебе в следующей жизни. Ер находится в 10 лиг от города, в лесу, в полузаброшенном доме. Скорее освободи ее. Передай ей, что я прошу прощения. Муж. 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 Ты как? Сюэ Мэй. Муж. Я не смогла спасти тебя. Из-за меня ты ранен. Все, что ты делала, было ради меня. Сюэ Мэй, если я умру, ты должна хорошо жить. Поняла? Как я могу жить хорошо, если ты умрешь? Почему ты такая глупая? Муж, за всю мою жизнь, время, проведенное с тобой, самое лучшее время, с самой первой встречи с тобой, я знала, что за всю нашу жизнь мы никогда не расстанемся. И если было бы возможно вернуть время вспять, разве это не было бы прекрасно? Я бы дорожила днями, что провела вместе с тобой. Сейчас еще не поздно. Еще не поздно. Неважно, в жизни или смерти. Пока мы вместе. Я этим доволен. Рядом с тобой я чувствую благодать. Если даже грехи Дивайху непростительны, но ее любовь к мужу
чиста. Ер! 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 Ты как себя чувствуешь? Лимо, почему ты пришла только сейчас? Ер, мне очень жаль. Я должна была раньше заметить, раньше прийти и спасти тебя. Думала, что умру здесь. В тот день, когда я вышла на улицу, меня ударили, и я упала в обморок. Очнулась уже здесь. Подумала, что больше не увижу тебя. Прости, это я виновата, что тебе пришлось пройти через эти трудности. Лимо! Сейчас все в порядке. Нормально все прошло. Повелитель, четверка злодеев убита четверкой избранных. Небесное управление постоянно у меня на пути. Уже 16 лет прошло. Джуге Дженво, ты и вправду как туманы и облака, что никогда не рассеются. Повелитель, четверка злодеев мертва. Небесное управление вскоре начнет действовать. Вы получили кровь Лин Сюэ? Повелитель, ты не вправе что-либо спрашивать у меня. Это было простым предупреждением. Запомни, раз и навсегда. Если спросил, значит, я отвечу. Прошу прощения за излишнюю болтливость. Я получил кровь. Но все было напрасно. До полнолуния еще полно времени. Повелитель точно получит кровь. Повелитель! Приветствую повелителя! Джуге Джинво, возглавляющий четверку избранных, и другие Бакуай Небесного Управления уже окружили входы в особняк повелителя Аня. Повелитель! Вы как раз вовремя! Повелитель Ань, я думал, кто удостоился чести навестить меня? Оказывается, это господин Джуге. И небесное управление пришло. Слишком официально. Должно быть, в столице что-то происходит. Четверка злодеев, которая убила императорских чиновников, уже мертва. Верю, что повелитель Ань знает об этом. Император возложил ответственность за безопасность столицы на небесное управление. О гибели четверки злодеев вы можете сами сообщить императору. Не надо было мне сообщать. До того, как погибла четверка злодеев, они сказали, что тайным лидером, который стоял за всем этим, были вы, повелитель Ань. Не только четверка злодеев, но и Дю Вайху перед тем, как умереть, сказала, что тайным вдохновителем, что стоит за смертью чиновников, были вы, повелитель Ань. Господин Джуге, хочу спросить вас, могут ли мертвецы быть свидетелями? Повелитель Ань, человек, который ранил Дю Вайху, были вы. Я был тому свидетелем. Я видел вашу спину, когда вы сбегали. Ты смог сделать вывод, что я ранил ее лишь потому, что видел меня со спины? На самом деле Дю Вайху была вашей марионеткой. Вы послали ее в небесное управление, потому что хотели заполучить кровь Лин Сюэ. Братья, вот что я спрошу. Зачем мне нужна кровь Лин Сюэ? Чтобы поймать вора, надо застукать его с поличным. Это даже трехлетний ребенок понимает. В небесном управлении полно людей с незаурядными способностями. Четверку избранных знает каждый человек. Вы увидели мою спину. У вас мертвые свидетели. И вдобавок Дю Вайху. И вы с этим пришли? Как думаете, что такое мой особняк? Повелитель Ань, вы сами знаете, никто не смог бы вызволить четверку злодеев из подземелья Таньшаня. Только у вас есть такая возможность. Нелепые домыслы. Все вы в небесном управлении умные и опытные. И в самом деле верите слухам, что доносится из Дзянху. Совершили или нет, вам это лучше знать. Я правда не совершал ничего такого. Господин Джуге, вы решили расследовать это дело в моем особняке? Могу понять. Но если настаиваете на том, чтобы всю вину возложить на меня, то это не так просто. Повелитель Ань, только из-за слов мертвых злодеев и Дю Вайху
подозрение пало на меня. И окружили мой особняк, так что даже мышь не проскользнет. Разве вы не глумитесь надо мной? Повелитель Ани, за смерть Деву вам стал ненавистен императорский двор. Вы затворником прожили 16 лет. Ваш план состоял в том, чтобы вызвать в столице кровавый беспорядок. Это только ваши предположения. Мне не интересно, что происходит в мире и на императорском дворе. Но были убиты чиновники высших рангов. Это не слуги и простые горожане. Повелитель Ань, вы потомок императорской семьи династии Мин. Разве вы не должны заботиться о спокойствии в мире? Я не владею этой страной. И что я должен с этим делать? Повелитель Ань, с самого начала из-за смерти Деву вы всегда держали обиду на императорский двор, верно? Господин Джуге, это не имеет ничего общего с Деву. Если вправду хотите возложить на меня вину, я могу сказать только одно. Если желаете во всем обвинить меня, я ничего не смогу с этим поделать. Надеюсь, повелитель Ань сможет остановиться до того, как попадет в новые неприятности. Если продолжите поступать как душе вашей угодно, то я найду доказательства, и пусть император все узнает. После сказанного вами, единственное, что больше всего хочу услышать, так это доказательство ваших слов. А если нет доказательств, то не надо было приводить сюда людей. Иначе люди, что находятся в моем особняке, испугаются. Раньше повелитель Ань скрывал себя и свои бесчисленные секреты от мира. А сейчас вернулся с новым зловещим планом. Господин Джуге, вы закончили говорить? На сей раз Небесное Управление пришло, чтобы предупредить Повелителя Ань. Верю, что в следующий раз, когда придем, вы так легко не отделаетесь. Дверь там. Пойдем. Видели, как дерзко вел себя Аньшиген? Если бы знали заранее, то не пошли бы к нему. На этот раз наставник привел нас в особняк повелителя Аня ради двух целей. Первая — по-дружески предупредить в надежде на то, что повелитель Аня оставит свой план. Вторая — напомнить ему, что правительство присматривает за ним. Теперь Дювейху и четверка злодеев погибли. В этом деле не осталось свидетелей. Из-за того, что они погибли, не осталось больше свидетелей того, что Аньшиген и есть тайный лидер, который стоит за всем этим. И сейчас нет ни малейшего шанса раскрыть план Аньшигена. Даже при том, что нет доказательств, мы продолжим заниматься расследованиями. Мы найдем его слабое место. У Аньшигена полно планов, он очень сдержан. Но я верю, что если продолжим наблюдать, то поймаем лису за хвост. Достаточно будет понаблюдать за поведением Аньшигена, чтобы узнать его намерения. Он пугает. Аньшиген убил в столице чиновников. Его хвост начинает показываться, и после сегодняшнего случая он станет еще более осторожен. Если он не намерен сдаваться, то потом нам станет намного труднее расследовать это дело. И у нас нет весомых доказательств. У Небесного Управления нет полномочий обыскивать особняк. Принимая во внимание ситуацию, мы можем только выжидать удобного момента. Наставник, вас еще волнует случай с Шигеном? Пока на мне ответственность, я несу бремя забот ради императора. Лин Сюэ, присядь. Намерения Аньшигена потихоньку раскрываются. Могу предположить его следующий шаг. Аньшиген отправил Дювейху в Небесное Управление, и целью было заполучить мою кровь. Но когда думаю об этом, не понимаю, зачем ему понадобилась моя кровь. Я тоже не имею понятия. Я так понимаю, что это имеет отношение к тому, что ты из клана волков. Дювейху говорила, что моя кровь понадобилась для создания лекарства, чтобы спасти ее мужа. Но Аньшиген обманул ее. У Аньшигена есть свой замысел. Но в чем же он? Наставник, вместо того, чтобы гадать, я хочу... Что собираешься предпринять? Я хочу проникнуть в особняк повелителя Аня, чтобы разузнать его истинный замысел. Нет.
Даже не думай об этом. Сегодня, когда пришли в особняк повелителя, мы уже пошевелили траву и предупредили змею. Конечно, Аньшигэна охраняют. Если проникнешь в его особняк, то подвергнешь себя еще большей опасности. Боевые навыки Аньшигэна не ниже, чем у тебя и у меня. Если он прознает, то станет еще хуже. Тогда он воплотит задуманное, а тебя ждет смертная казнь. Даже небесному управлению не избежать трудных времен. Раз Аньшигэн хочет заполучить твою кровь, без сомнения он сделает очередной шаг. Мы можем только ждать и наблюдать за его действиями. Это будет гораздо безопаснее, чем проникнуть к нему в особняк. Наставник прав. Я подчиняюсь вашему приказу.